все по марке все ошибки, но программа сложная была, еще раз, невероятная. И Юля об этом сказала. И ну, невозможно это не замечать. Поэтому еще раз, как говорила Ирина Александровна Русманова, работать, работать, еще раз работать. Я думаю, что все. Не надо расстраиваться. Конечно. Этим потерям, этим ошибкам. У девочек еще есть время наработать. Надо понять, что произошло не так, где была ошибка. И я думаю, что я надеюсь, что в итоге все будет хорошо. В таком будет happy end. Ну а сейчас команда из Узбекистана. Давайте посмотрим. Команда из Узбекистана отвыступала. Опять же напоминаем, что команду из Узбекистана тренирует российский тренер, о котором мы говорили, Екатерина Пирожкова, которая готовила сборную Бразилии перед домашней Олимпиадой в Рио-де-Жанейро в 2016 году. И вот сейчас тоже перед ней стоит задача. Мы видим, как выросла, да, сборная Узбекистана в групповых упражнениях с нашим тренером. Опять же, задача стоит подготовить команду из Узбекистана, девушек к Олимпийским играм, да, и вот еще раз, с каждым турниром, с каждым стартом девушки все, ну, все увереннее и увереннее выступают, все больше сложностей в программе. Сложности они добавляют, учатся этим сложностям, добавляют это в программу свою, потому что даже Екатерина у себя на страничке в Инстаграме говорила, что они по 1.5 балла добавили даже с прошлых онлайн-турниров себе сложность в упражнении. Ждем оценки, потому что, опять же, сейчас борьба-то идет за первую строчку.
32,5.